Со мной в студии сегодня Александр Бутманов, экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники», эксперт по биржевым стратегиям. Александр, здравствуйте. Приветствую, добрый день, не говорю. Да, никто уже сейчас не говорит. Биржевые стратегии сегодня — это вообще атавизм или вы еще надеетесь в профессии остаться? В крайнем случае я буду работать Дедом Морозом, как 25 лет назад. Ну, это раз в год только. Ну, да. Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 12 лет назад, 13, за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ. Я не буду комментировать этот флешмоб, не хочу, потому что я в это верить. Давайте про такие нормальные...